противоположными руками. Сможем? Эй! А теперь делаем вот таким образом, смотрите. И левая нога вперед, правая назад. Левая вперед, правая назад. Левая и правая. Все. Продолжаем, продолжаем. А я пока легкий экскурс. Учтите, тот, кто продолжает смотреть и продолжает стесняться, среднестатистическая цена по городу одного занятия по сальсе равно не скажу сколько. Эй! А теперь шаг в сторону. Эй! И возвращаемся к любимому движению Стаса. Поехали! Оу! А теперь идем этим шагом назад, 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 эй, назад. А теперь добавляем цыганочку и идем вперед. Поехали! 5, 6, 7! А теперь руки вверх, 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 и только на месте. И теперь красивый поворот, поехали. Эй! Эпа, березки, давай, в обратную. Сы! Тики-тики-тики-гинь-гинь-ка. Герлигу. И еще раз возвращаемся. И вперед, назад. Назад, назад, назад. А теперь любимое движение всех. Нифига. Левую руку вперед. Я не могу, у меня микрофон. Правую руку вверх. Вы готовились, да? Помнишь, что такое ковбойчики? 5, 6, 7, собой! Назад, 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 назад и назад. А теперь любимым Стасиным движением вперед. Цыганочку не забывай. Эй! Еще раз в сторону. В сторону. В сторону. А теперь вкусно вниз. Спасибо.